вплощувати, имеет возможность встретиться с представителями гражданского общества здесь, в Луганске. Я тоже встретился с представителями разных партий и с новым губернатором. Мне кажется, что сейчас в Луганске идет диалог, чтобы с мирным путем найти решение всех сложных вопросов. Я у нас имею первый вопрос о мнении директора телеканала ВОД района Мирошниче, который занимался российской пропагандой, максимально выступал против Майдана, как это можно было делать. До сих пор остается руководителем этой компании, и губернатор пообещал, что в ближайшее время увольнение не планируется. Как-то вот так. Губернатор есть много вопросов. Я не знаю отношения, честно говоря, это для меня крайне сейчас находится. Но есть самое идеальное, можно сказать. Есть такие, да? Да. Поэтому есть, сейчас у них есть разногласия, поэтому Евгенов сейчас прессирует пророссийские митинги. На самом деле это люди не желают его соединения с Россией. Люди, которые выходят на акции за Россию, это кардиналы, но безработные пенсионеры, которые 50 гривен это делать может за 100. Не более того. Закончатся деньги Ефремова, закончатся эти акции. Деньги Ефремова не заканчиваются, потому что его бизнес продолжает работать. Но на самом деле эти митинги не настолько масштабные. Насколько показывают СМИ. Как бы они не старались, люди все равно поддерживают, даже финансировали, поддерживали эти настроения. А да, настроение в населении большинство за меньшинство. Можно утверждать точно. Но у нас сейчас положение, что касается возможности политизма и лучше, после приезда Ляшко Олега, который публично приезжал народный депутат Олег Ляшко, арестовал Ленчаева, главного сепаратиста. После того, как этот ролик появился в YouTube, собственно, сепаратистское настроение в многих городах Луганской области успокоились. Коммунистическая партия и партия регионов, у нас здесь это одно и то же, потому что Ефремов и Келенкаров, говоря простым языком, поделили бизнес-партнеры и лишь внешне создают видимость противостояния. Я думаю, что должны многие с этим согласиться. По сути, партия решила перетягивать на себя голоса, а декабрь на своем виде, что будет партия значит, мэр будет испанец, есть уже кандидат? Еще раз. После президентских приезд, может половине бежать надо из страны, когда нет кандидата. Да, они сейчас ждут решения, кто будет президентом, в зависимости от этого будет формироваться местная кандидатура. Все ваши данные, что будет дальше? Что перезвать? Да, спасибо. Они здесь в Луганской или Донецкой области, качественно, где люди не выигрывают выборы, а просто их покупать. Я сомневаюсь, что они новой власти побоятся, перестанут выбирать. Им нужно жестко контролировать и сажать в тюрьму фальсификацию. Нужно закрывать давать сроки, поднимать прошлые дела перед новыми выборами, поднять прошлые дела. Может, нужно провести в первую очередь реформу правоохранительной системы по примеру грузинского. Самое первое. А к кому обращаться? Я звоню в милицию, вам милиция помогла хоть раз в жизни? Мне за 10 лет только ролику помогла снять против веселого. Милиции нет, просто не существует. Кроме генерала.